Роскошные апартаменты Вудландс, днем позже. Это просто был бак. Я думаю, что за это юмореска-то такая? Челюсти летают, шейки, блядь. Да-да-да, это все нормально. Послесловие. О, здравствуйте, Шри Бигби. Я рад вас видеть. Не знаю, помните ли вы меня? Я знаю, кто такой Мухалов. Ты работаешь в Woodlands уже... А сколько ты у нас уже? Сбился со счета. Приедете к нашему отъезду, я отвезу ребят на ферму через пару минут. Даже не знаю, подумал, захотеть там присутствовать. Спущусь через минуту. Хорошо, здорово. Ну что ж, все отлично. О, очередь какая. Ебучая очередь. Они все на работу устраиваются, я так понимаю. О, Джек. Все, блядь, все лишились почти работы. Вот, без руки, но уважает меня. О, мистер Волк. Мухалов забрал свои ключи, забыл. Давай. Никто не возникает, смотри-ка. Все настолько меня ссатся, что не возникают. Это... Извини за скрюченного дядечку. Что? Ух, спасибо. Точно, спасибо. Извините, шериф, у меня куча дел. Да, я вижу. Там гигантское яйцо какое-то. Поговорим позже, хорошо? Да, вот, все уважают, все боятся. Доброе утро, мисс Снежка. Ты опоздал. Администрация. А я пойду. Отдам Мухалову ключ. О, вот этот момент. Кто-нибудь может увидеть тебя, Колин. Ну, еще свинья с пивом идет, такой может быть. Надо было отправить, сука, на ферму жирную жопу. Неблагодарную. The Choice is Blend. Ну, это понял, да, что-то не то. Баг, а не этот. Какие-то челюсти летают. Ну, не могли они сами в игру это встроить. Это баг-бага. Ладно. Желтый кирпич. На ферму поехали, Мухалов отвозит. Да иду я, иду. У нас есть всего 5 минут. Так помоги мне, бля, мне плевать. Так что за херня? Они на улице стоят ведь. О, спасибо, у меня так много дел было. И их могут увидеть, эту жабу, вы что творите-то? Охуеть, какой хороший денек. Не драматизируй, мудак. Просто возьми это уже, а? Это всего лишь ферма, не стоит драматизировать. Подождите, Шериф Бигби. У меня есть кое-что. Знаешь, он плакал всю ночь, бедный ребенок. Не могли бы передать это мисс Белоснежке, пожалуйста? Папа говорит, что нет времени на то, чтобы попрощаться, так что... Да. Да, конечно. Я не мог взять их с собой, она сказала, что ей понравится вот этот больше всех. Мисс Снежке, Тиджей, это и его перестает. Ей понравится. Да, как интересно. Уверен, ей понравится. Она сказала, что он милый. Тиджей это запомнит. Мы готовы выдвигаться. А каково это жить на ферме? Вот ты узнаешь. Огры, да. И едят. Боже, надеюсь, что нет. Нам обязательно уезжать. Я хочу остаться. Там будет безопаснее. Не переживай, там будет гораздо безопаснее. Там достаточно места, чтобы бегать. Неподалеку находится словно речка, в которой можно плавать, когда пожелаешь. В любое время дня? Ага. Не придется волноваться о том, что тебя увидят простаки. Там все будет хорошо. Ссылка, все равно ссылка. Ладно, не так все и плохо. Вы бывали там? Нет. Некоторым не нравится, когда рядом находятся волки. То есть, ты не можешь знать наверняка, да? Все готово. До свидания, мистер Волк. Пока, Тиджей. Эй, Бигби! Где твой друг, Колин? Он в порядке. Я сраная свинья, просто. Колин остается. Это хрень, Бигби, ты это знаешь. Жаба бижнула. Все насквозь продажные. Да мне насрать на твое мнение абсолютно. Сраная жаба, уметайся с глаз. Попрощаемся.
Да, подожди, книги с Казани, и чё? Мы еще и книгу с Казани должны же прочесть. Вот, давайте, три осталось. Как же мы не открыли-то? Серый волк. Истинная форма Бигби. Истинная форма Бигби – это огромный 2,5-метровый волк. В дополнение к своей обычной силе он унаследовал от отца Северного Ветра и другие способности. Например, Бигби умеет невероятно долго задерживать дыхание, поэтому практически не может утонуть. Преданность Мэри – часть работы. Глава Мэри работает на скрюченного дядечка уже несколько веков. Он обещал ей полную свободу действий, пока она является его личным телохранителем и убийцей. Из-за могущества и влияния скрюченного дядечки Мэри никогда не волновалась, что администрация ее арестует. Она очень довольна своей работой и будет защищать его до самой смерти, в основном потому, что она считает это веселым. Правосудие. Традиционная процедура при поимке преступника в Фейблтауне – это выслушать сообщество, это выслушать общество или заинтересованные стороны. Однако особый случай часто ускоряет этот процесс. В реальности нет четких критериев, способных для подобных ситуаций, и степень наказания зависит от того, кого судят в данный момент. Новый порядок. Белоснежка в деле. После того, как Крейн пропал, мэр Коул официально назначит Белоснежку начальником администрации и своим заместителем. Многие скажут, что так нужно было сделать уже давно. А еще с тех пор, как она способствовала созданию Фейблтауна и лично участвовала в обеспечении безопасности многим сказаниям. Также она много лет неофициально исполняла обязанности заместителя мэра. Шериф Бигби. После того, как волк Бигби покинул родные земли, он много лет путешествовал по Европе. В новом мире быстро сформировалась колония для сказаний. Белоснежка и Пугало выследили волка и предложили ему присоединиться к Фейблтауну. Он согласился, и Белоснежка порезала его ликантропным ножом, дав ему возможность превращаться в человека когда угодно. Бигби стал шерифом Фейблтауна при администрации в короля Коула. Но из-за его кровожадного прошлого многие сказания доверяют ему, а также ему запрещено подходить к ферме с того дня, как он пытается подстать в глазах других лучше. Ничего себе. Ликантропный нож. Да, есть такая тема в мифологии, что нож куда-то, этот, типа, чародей или ликантроп втыкает и оборачивается в волка. Или наоборот, обратно в человека. Привет. Hi. Привет. Все еще носишь ее? О, да. Yeah. I guess I am. Ношу. It's not easy to не так уж просто забыть это все. I know it seems like я знаю, что мне стоит забыть. Тебе нужно отпустить прошлое. Нужно отпустить прошлое. Как ты собираешься двигаться дальше? Бигби, я знаю, что ты пытаешься помочь, но это то, что ты должна сделать сама. Послушай, я пришла, потому что мне нужно кое-что тебе сказать. О чем? Это о том, что произошло с Верой и Лили. Даже не знаю, с чего начать. У меня в Вера и Лили был план. Мы хотели уйти, уволиться из сладкого десерта. Но тогда Вера решила заручиться некоторыми гарантиями. Она украла совместное фото Крейна и Лили. Вот с этого и началось. И когда Вера украла это фото, у нас появился компромат на одного из подручных скрюченного дядьки. Если бы он узнал, у меня был выбор, ты должен понять. Просто расскажи. Просто расскажи, что сделал. Я испугалась, ясно? Я подумал, что если расскажу все Джорджи, он сможет увидеть скрюченного дядечку, оставить нас в покое. Мы могли бы забыть про побег и попробовать снова через пару лет. Ты что? Я рассказала ему все, я умоляла его пощадить нас. Ну ты тупая. Джорджи не милосерден, ты же знаешь. Но с ним же можно договориться, я на это рассчитываю. Чтоб ты ему дала такого? Джорджи пообещал все уладить со скрюченным дядечкой. Но потом... Давай, закури. Вот. Это Huff and Puff. Спасибо. Я не знаю, что произошло, но той ночью в клубе Джоджи пришел и сказал мне, что кое-что изменилось. Он решил наказать нас, ведь мы его предали. Тогда двое из нас сидели там. Он рассказывал мне это, вошла Вера. Я пришел смотреть, как Джорджи... Подожди, так все это тебе рассказал Джорджи, не скрученный девочка, но ты же говорила... Я знаю, что сказала. Но это не было правдой, да? Какое это имеет значение? Я знаю, что скрученный дядечка отдал приказ. Это к лучшему.
Я думаю, в конце концов это сработало. Я на тебя не в обиде. Я знаю, что он приказал их убить. Я не собираюсь позволить ему так просто уйти из-за формальностей. Особенно после... Да, это правильно. Той ночью после того, как потеряла Веру. Я пыталась предупредить Лили, но она не нашла времени в своем плотном графике. Я думаю, единственное, что я могла сделать... Я оставила голову Лили у тебя... О, Веры, у тебя на пороге. Это была ты? Я принесла ее. Так, чтобы я заметил. Ты пыталась привлечь мое внимание. Значит, ты начала все это. Я просто указал тебе на верное направление. Людей вроде нас всегда забывают. Скрученный дядечка рассчитывал на это. Если мы страдаем, то молча, и всех это устраивает. Мы просто исчезаем, как будто нас и не было никогда. Я не могла смотреть, как это происходит с Верой. Или Лили. Теперь все будет иначе, я обещаю, такого больше не произойдет. Пока здесь нет. Ты делаешь все правильно, ты и Снежка. Не знаю. Похоже, что бы я ни делал, это недостаточно для нее. Да и всех, для и всех остальных тоже. Я просто не могу переубедить их. Я знаю, что тебе так кажется, но ты им нужен, Бигби. Вы оба нужны. Вы двое отличная команда. Вы приглядываете. Я действительно не знаю, к чему мы пришли. Все просто изменилось. Все постоянно меняется. Слушай, Бигби, после того, что ты сделал для нас, может, они не захотят признавать это, но если бы не ты, ничего бы этого не было. Ты слушал, когда остальным было плевать. Ты защищал своих друзей, несмотря на риск. И в конце концов справедливость восторжествовала. Потому что ты арестовал скрюченного дядечку, и все наконец увидели его истинное лицо. Поэтому я считаю, что ты все сделал правильно. Ты получил эту работу нельзя, не зря. Только ты мог остановить скрюченного дядьку. Надеюсь, я все-таки сделал что-то хорошее. Ты изменил это место к лучшему или худшему, но без тебя Фейблтаун был бы другим. Ты не такой страшный, как все говорят. Ты понял, ебать? Это сказала Вера в самом начале. Мне нужно кое-что тебе сказать. Мне нужно сказать тебе кое-что. Мне кажется, мы раньше где-то встречались. Ты пытаешься делать так, чтобы я не чувствовал. Тебе нравится ленточка? Нравится ленточка? Такая же была Лена у Веры. Плащ про этого красоту. Когда-то меня звали русалочкой. Доктор Свиное Сердце разговаривал насчет Веры. Но сказал, нужно провести еще несколько тестов. Надеюсь, ты найдешь, что ты ищешь. Пойти за ней надо нахуй. Увидимся, Волк. Потому что... Ты понял? Вообще нет. Это Вера и есть. Она все замутила, она все сделала, всех, блядь, переубивала. Вот так вот, нахуй. Это была Вера. А та не Вера, та под чарами Нериса. Вот так. Вера всех перехитрила, блядь. Вот и Вере теперь Вере. Что ты сделал с Джорджи? Ты 68% убил Джорджи. Арестовал ли ты, предал ли суду скрюченного мудака? Да. А как ты наказал скрюченного? 14%, да, 89% предали суду. 14% оторвали голову. Взял ли ты подарок Ти-Джея и отдал Белоснежке? Да, 98% также. Последние слова на Нерисе. И я надеюсь, я сделал что-то хорошее здесь. Ты 54% это сделали, все. Послесловие такое получается у нас с вами. И тут особая статистика, интересно. Это такое своеобразное, да, послесловие, уже после финала, а то тут я там-то уже закончил. Нет, в том видео, когда увидел через телетайп по коридору. Чудовище, вы сказали ему, что видели красавицу на улице, вы ударили его, пока он лежал. Мясник, вы избили его во время разговора. Колин, вы помогли сбежать с фермы.
Крейн, вы ударили, да, сломал нос. Скрюченный дядечка, вы привели его к ведьминому колодцу. Вы оторвали ему голову. Тру, решили прижечь его сигареты во время допроса. Ударили бутылкой во время допроса. Вы забрали деньги у Тру, когда он был заключен. Тра, вы убили его. Джорджи, вы мучили его перед смертью, вы разгромили его клуб, вы брали деньги из сейфа Джорджи. Гринлиф, вы сожгли ее дерево. Грен, вы оторвали ему руку, взвали сок от копыт. Джек, вы с ними договорились. Лоурен, сначала вы пошли к нему, вы спасли его от самоубийства. Нериса, вы дали ей покурить во время беседы. Снежка, вы показали ей фотографию Крейна с ней. Вы обещали привезти исключенного дядьку живым. Крошка Тим, вы его не подождали. Ти-Джей, вы приняли жука и обещали передать Снежке жаб. Во время допроса в его квартире вы ударили его. Вивиан, вы пытались снять свою ленточку в клубе сладкий десерт. Дровосек, вы ударили стаканом дровосека в баре. Это то есть настолько я типа нехороший человек. Оу. Ну все, титры пошли. Все. Теперь точно после этого, после целования, всем всего хорошего, всем пока, с вами был Батя, это был охеренный цикл, и вам хочу сказать, да, то, что все вот так вот, все, все отлично. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось, если есть возможность поддерживать также на Патреоне в кошельках, с вами был Батя, всем всего хорошего, всем пока, ждем других хороших игр, ну не ждем, а играем в них, и ждем продолжения Волка среди нас, все, всем пока. Ну да, и вот еще вон тут узнайте, что будет дальше. Приобретите комиксы сегодня. Вот эти комиксы, по которым сделана игра, она приквел. То есть то, что перед идет основным сюжетом, и то есть там вот уже продолжение в комиксах будет. Ну и если они все-таки сделают игру в игре. Интересная тема, правда, комиксы я сам особо не читаю, не, вообще не понимаю особо этого. Там же картинки в основном, текста мало. Ну, кому интересно, вот такие вот есть. Просто-напросто хочу сказать. Все, всем пока.